Итак, всем привет, всех приветствую зрителей, подписчиков моего канала. Сегодняшнее видео будет гайд по Battlefield 3. Конкретно видео будет для новичков, которые приобрели батлу и не знают, с чего начать и как запускать, как скачать плагин. Итак, я просто сегодня подробно изначально расскажу, как запустить Battlefield 3 и как настроить саму игру. Так, давайте приступим. Как только открылся у нас браузер, у вас будет все на английском, ни хрена не понятно, куда что жать, вы не в курсе. Итак, переходим. Просто наводите на ник свой, заходите в настройки, опускаетесь немножечко вниз. Так. И здесь у вас будет English. Здесь как раз есть выбор языка. Вы ставите, если вы русский, значит русский. Так, дальше. Не забывайте в самый низ пролистать и сохранить страничку. Все, сохранились. Дальше у вас появляется все на русском языке. Переходите, наводите мышку «Сетевая игра». Нажимаете, обновляется страница. Так, здесь фильтр, это как пользоваться фильтром. Размер игры, это сколько человек будет на карте. Вот я обычно до 32 человек, больше, то там уже кучка бегает. Фильтры можно ставить, допустим, если искать там Оманский залив, поставить галочку, обновить и сохранить, то у вас карта откроется только Оманский залив. Ну и так далее. Так, дальше. Как вы видите, по пингу вообще нет информации абсолютно никакой. Что нужно делать? Ну, к примеру, мы выберем любой сервер. Так, кстати, данные о сервере можно посмотреть, просто нажать один раз на него, перейти вот здесь вот, где войти, нажимаете вверх и просматривать, что здесь конкретно, какие карты будут, какие установки на сервере. Итак, чтобы нам войти на сервер и... жмем играть, и вот нам предлагает загрузить плагин. Жмем загрузить. Так, плагин у нас загружен, он у нас, вот он, запускаем его. Запустили. Так, вот это вот окошко лучше просто закрыть. Так, плагин мы установили, обновляем страницу. И как мы видим, появились сведения о пинге к серверу. Так, бывает еще такая фигня, скажем так. Помпа. Так. Сейчас мы его оперу закроем. Бывает проблема такая с плагином, и это обычно у Гугла и как и у Firefox. У вас либо здесь, либо вот здесь вот справа может быть ставить такое сообщение, типа как крестик такой маленький красного цвета. Здесь идет вот идентификационные данные не поддержаны. Жмем разрешение и обязательно обновляем страничку.
вот, к примеру, Mozilla Firefox. Как вы видите, так, пинги результатов нет. Здесь вот у нас есть такое. Так, как он тут у нас, блин? Плагин. Он у нас может быть даже запрещенным. Нам придется вручную его разрешить. Так, нам продолжить. Ага. Сейчас, секундочку. Для этого вверху видите слева плагин. Временно разрешить, разрешить и запомнить. Надо разрешить и запомнить, чтобы он вам постоянно мозг не выносил. Потом обязательно обновляем вкладку. И как вы видите, все, пинг у нас есть. Теперь мы смело можем играть. Да. И еще. Игра запускается в свернутом виде, так что многие тоже пугаются, вот бывает там звонит. Блин, у меня игра не идет, нафиг. Какой-то значок внизу появляется и все. Обратите внимание обязательно, то, что внизу в панели вот появился такой солдатик, ярлычок. И только после нажатия на него у вас запустится Battlefield.